Тут самое главное диспелить магические дебафы. Это могут ретрики, полипалы, протопалы. Танки, идите агрить и мобов. В первую очередь нужно убить двух ремонтников, сбивать им каст и давать им стан. Играем все через черепок. Ойешен. Вот я дал стан черепку. После черепка бьем крестик. Все, после крестика просто уешен. На следующих мобах, которые дальше в коридоре стоят, будут кидаться руны огненные на пол, из них нужно будет выходить. Если вы из них не выйдете, то хилы могут заслакать и уронить вас, вы подохнете, и придется бежать заново сюда. Еще эти два моба дают каст перед собой из своих рук огнем. Танки агрит, что вы стоите? Они же еще руны кидают тоже. Они руны кидают, да, я об этом сказал. Сведите мобов, бьем левого через левого. Станы и притяжки нужно давать только в момент, когда моб начинает доставать из своих рук огонь, чтобы не ваншотал танка. Все, второго моба добиваем. Велики, там смотрите, руна на полу лежит. Ну вон тут стоит. Что хочу пойти на руну. Я буду привыкать, что не достать. Ну, в принципе, тут вот, допустим, да, начал доставать, да, достану. Так, следующий мобы. Так. Аккуратно. Прижавшись к левой стеночке, идем, бьем большого высокого моба. Потом я еще запиздил. Так, хотел сегодня промод, но там депрессеры дает по 2000 FPS. Немножко приодеться. Ну, если было бы ДК или хант. Да и танков бы приятно. Вот поставил крестик. Сейчас немножко в бок этого моба запер. Крестик бьем. В первую очередь крестик. И сзади еще мобы тоже. Сначала крестик. Вот стану. Потом там еще один ремонтник есть. Выберите его сами там. Вот, вот эту синюю хуйню диспелим, потому что она уешит. Так, есть еще один ремонтник. Железный ремонтник. Вот этот ТПС собираешь себе туда. Тебе надо? Если надо что-нибудь, это самое говорите, если кто-то будет носить. Так, о, нормально. На ханта, на энха. Кидайте ролл, с моба выпало плечо с критом хостой на энха или ханта. Так, тут энха хотел одевать, да? Ну, давай дикона энха будешь одевать. Тебе закинул там. Там джира кинул, если что, я дигоне шаману отдал плечо. Если кому-то надо носить, видите. Так, ну, обычный режим делаем. Последовательность убийства. Сначала большой, потом средний, потом низкий. Низкорослый. Подходим сюда. Так, тончить. Вот, ты говорил, в среднем режиме раз попробуем, не хочешь? Понимаешь, даже другие гильдии не могут его закрыть. Нет, нет, не хотим. В гермоде. Там потом бегать опять, пиздец. Мы задолбали ныть постоянно. Сейчас на полминутки отойду, сейчас подумаем. Может быть, раз попробуем сейчас. Это финальный, да?
чё сразу гр-гр-гр-гр-гр-гр, вам у нас не получится. Надо сначала попробовать посмотреть, а потом уже делать выводы. Денчик, что у тебя за аддон на этом на ДПС? Я могу сказать точно, что не получится. У меня... И почему? Детейлист. Блядь, у тебя нормального нет какого-нибудь? Блядь, у меня с рекаунтом какая-то хуйня вообще. Это огонь. Ой. У меня это есть скада, если аддон. Тебе надо. Скада? Скада есть у меня тоже, но... О. Дэн, просто они в собрании в хэме очень тяжелые. Дэнчик, ты мне в личку скаду сможешь скинуть, чтоб мне не искать? Я потом тебе скину. Не, ну потом, естественно. Рекаунт вообще какую-то хуйню начал показывать, блять. Показывает только последний бой, и все, и пиздец, хоть ты тресни. Релог сделай, нормально. Да делал релог два раза, блять. А в настройках ты пошарился? Может, ты строчки скинул? Количество строчек. Чего в настройках? Не-не-не, я это бывает такой гон. Либо логаут тогда сделай, как время есть. Да и релоут я два раза прописывал, блять. Или там полностью релогнуть все надо? Попробуй полностью закрыть клиент и заново открыть. Сейчас попробую. Ну, мало ли. Обновите монореген по магам. Спасибо. Парни, секунд, две-три минуты там этот парень по телефону по работе звонит. Рыбку, главное, не забудьте покушать. Я же не зря вам ставлю. Если... Меня вкуснее. Если не хотите ходить в льду, то пожалуйста. Если вам нужно, чтобы я буешки отдавал, то пожалуйста. Нет, ты смотри, я не собираюсь сейчас тут разговаривать. Нет, по поводу этого. Просто нужно это сразу решить. Ну, типа... Давайте собирать ульдуар для гильдии, или давайте собирать ульдуар как пугам. Как пугам. Я типа могу отдать, если кому-то нужно ее действительно носить. Или, третьего не дано. Вот я и говорю, если кому-то надо носить, могу отдать. А так, чтобы я релил рейд и все отдавал с рейда в гильдию. Ну я ж тебе говорю, или, третьего не дано. Абсолютно. Ну вот я и говорю, давай решим, как это будет. Я не спешу, типа, одеваться или что-то там делать. Ну, нужно тактики на удар. Пожалуйста, давайте походим. Если не надо, то, ну, давайте разойдемся. А? Какой опыт? Я тебе сказал, то есть, уже. Ну вот я тебе говорю, сейчас мы идем или нет? Вам надо? Сейчас мы идем. Ну, ты говоришь крайний раз. Это крайний раз. Ну так давайте сразу разойдемся. Как хочешь. Если тебе нужны боешки, голда, как бы я это понимаю, все. Но у тебя нет, есть. Дело в том, что мы не тебе идем фармить рейд, понимаешь? Не для тебя тут. Ну, а я получается, ну, собрал и ничего не делаю, ты релишь или как, ну, просто сами по себе проходите. Ну я ж тебе еще раз говорю, ты тут не для себя. Если ты в гильдии, ты в гильдии. Ну, так я веду боссов. Если нет, то нет. Понимаешь, у нас все БЕшки всегда идут в гибанк. Если кому-то надо, она выдается. Хорошо, в гибанк. Хорошо, это все понятно. Ну, давайте еще раз проясним. Ну, если вам не надо удар, так давайте не будем просто в него ходить. Да при чем здесь? Нам-то он надо. Но мы будем без тебя ходить. Ну, с таким отношением, что ты себе все забираешь и продаешь. То есть на тебя мы, блядь. Чувак, он собирает рейд и сидит, рассказывает тебе тупому то, что ты не знаешь. Ты это, давай ты не будешь мне тут что-то рассказывать. Хорошо, я тебе буду рассказывать. Так, если вам не нужен РЛ, тогда зачем вы вообще вот здесь сидите? А причем РЛ-то нужен, но нахрена тогда? А нахрена РЛ-у бесплатно ходить и одевать непонятно кого? Нет, вот в чем вопрос. Непонятно кого. Ребята, вы тут как-то, не знаю, пассажиры какие-то левые, давайте вы будете сидеть и молчать. Я вижу, как вы дамажите.
Поэтому так, пассажиры, по-моему, здесь вот. Вы. Нет, да, пассажиры, чувак, здесь вы. Я, подожди, я свой там был в другой гильдии, я не буду так говорить. Мне нас это кто ты? Там есть была такая правила, ситуация. Есть правила, понимаешь, все, они даже надо выполнять. И это не обсуждается никакими, тем более пугами. А какого хуя тогда ты зовешь его Эрелит, если ты хочешь себе бое или что-то? Во-первых, да, он сам вызвался. Да никто не звал, это я предложил просто походить. Ари, ты хочешь что-то забирать, ты сам собираешь и идешь собираешь. Я тебе еще раз говорю, ты тут слова вообще не имеешь, помолчи, посиди. Да ладно, это... разбирается абсолютно. Человека загоняешь куда-то, я не пойму. Так вы изначально как договаривались. Вот он сидит в гильдии, есть гильдия, понимаешь? То есть человек, если... Я вижу у него гильдию North Mythology. Я не вижу его конгломерат. Вот, он в курсе, о чем я говорю. Да это на Альянсе. Так, ребята, блядь, те, кто это самое пуги, если вы не в курсах, то давайте вы помолчите. Да, то есть вы сидите на куче и ходите в рейде. Мне будет не лишний человек, в смысле, я не могу за него тоже. Лишний ты или нет? Нет, ты не можешь в этом дискорде, ты не можешь слово сказать абсолютно никакого. Нет, ты не будешь говорить, и я тебе это сказал. Да, Дэн, замутай все. Я и все сделаю, все. Поэтому решай, как бы. Есть гильдия, есть ты. Мы сейчас идем с тобой как ранний раз, все. Я не буду, давай не будем сейчас здесь Санта-Барбару устраивать. Да пожалуйста. Нет, Санта-Барбару не устраиваем, чтобы там никто не обижался, просто, ну, если изначально это не надо было, просто зачем тогда... Понимаешь, Ульда-то нам надо как таковая. Но понимаешь, мы гильду одеваем, а не то, что просто так ходим. Ну так мы не нам просто... Нам в приоритете одевать гильду. Эти боишки могут понадобиться тем, кто не в трейде. К допустим, примеру. Какой-то там танк сегодня не смог пойти, блядь. Его в банк закинули, блядь, или какой-нибудь танк... Там... Ну это, в общем, давайте это не будем обсуждать. Я по росту написал, как бы это не обсуждается. Просто решай, но сейчас мы идем либо по росту в крайний раз, либо ты всех распускаешь, и мы идем по своим делам. Все. То смотрите, если вам надо рейд, то давайте пойдем. Если не надо, то пожалуйста. Если, вам, если вам эти буешки так нужны, типа, ну я не знаю, какой смысл мне тогда собирать. Я не знаю, зачем ты тогда вызвался. Ты вызвался пофармить за счет гильдии, как бы, ну за это не эта гильдия. Я не пофармить за счет гильдии. Ну, вам нужно было тактики, я предложил. Мне тоже что-то с рейда надо забирать. Нет, дружище, ну, ты так не работает, понимаешь? Да, ты осколки фармишь, ты что, недоволен? Тебе осколки отдают на Валарне. Ну, решает, кто осколки забирает, кто... Ну, так мы... Дружище, ну тут не так идет, понимаешь? Ты сидишь в гильдии, как бы, ты позвал гильдию в реалити, теперь ты еще говоришь, как бы, а мне еще нужно, как бы, голду фармить, как бы, а вы отдыхаете. Голду и осколки. Ну, это ни в какие ворота не лезь. Ладно, осколки... Если ты подразумеваешь, что ты, как бы, вышел из гильдии и вошел в другую гильдию, и поэтому, как бы, то, как бы, ну, для чего ты вообще сидел в дискорде? Отдавать тебе осколки, фиг с ним. Ну, боешки, это уже, блядь, это уже, как бы, знаешь... Перекап. Хорошо, кто не хочет дело, идти... Конечно, просто... дело в отношениях, ребята. Ну, то есть мы просто сейчас сидим и одеваем человека, ну и фармим ему голду. Хорошо, кто не хочет фармить голду, давайте просто, ну, идите по своим делам. Ну, что я вас буду уговаривать, если вам не надо этот рейд. Окей. Я этот рейд собираюсь водить по КД. Все, и... лично, как бы, давайте, мы пойдем. Фарми по голдов. Пого, входи и фарми голос с пугами. Ну, придется Слав, убирать. Привет, это да, Саня Ветроприят. Это, слушай, а ты вызвался сам мэрилить вот этот рейд или что? Да. Ну, то да. Есть предложил, давайте ходить. А, нет, я просто не в курсе, как бы, ты из этой гильдии в прошлом или как? Да. Ну, как бы и состоит в гильдии определенными персонажами здесь. Ну, я шамана одеваю еще. Ага, понятно. Не, ну то есть, как бы вы просто не оговаривали факт того, что он забирает себе, что достается ну, в гильдии. Нет, фармит, как бы. Мы да. про Валанир все. Говорили. Валанир он да забирает, осколки Валанира. Но насчет другого вообще. Не, дело даже не в боешках, даже плевать там, что не стоит. Но дело в отношении. То есть мы сейчас по факту сидим тут в гильдии и фармим ему. Выполняем его интересы, представляем. Нет, ну если как людям... Вы хотите, нет. Сидите, как бы, ну, я не терпил, я не собираюсь что-то терпеть и как-то, ну, человеку что-то делать. Если людям нужен рейд, нужно сходить в рейд, если типа, что, я посмотреть. Да, оружище. Вот, типа, если не надо, то, ну, пожалуйста, что я могу сделать?
А он сейчас ведет рейд гильдейским персонажем или нет? Нет, он по Аладдину фармит Аланир. Так, окей. Когда он вызвался ввести вас в рейд персонажем, не состоящим в гильдии, вы не оговорили условия, что он тебе заграет, что нет? Ну, мы нет, один раз сходили на прошлом году. Все, то есть, как бы. Кто хочет дальше идти, сейчас я подобираю тогда, если кто не хочет фармить мне голду, то ну, спасибо там. Извините. Не, ну, блядь, ситуация, если честно, двоякая, прям пиздец, на самом деле. С одной стороны, Рэл, который вас позвал, как бы, и вы согласились пойти в рейд на его условиях, грубо говоря. А с другой стороны, вы просто, эти условия просто не друг друга не поняли. Времени. Ну, вот я про что говорю, просто вы друг друга не поняли. Я же чат линковал, я не знаю, почему столько боссов убили, и потом мне в ПМ стали писать об этом. А, то есть ты все-таки писал в чат, что анролы... Ну, нет. Я же собирал в чате поиски. Он просто говорит о том, что то есть просто, ну, как бы, в гильдию зашел. Ну зачем ты тогда позвал гильдию, как бы, чужую совершенно для себя, как мы выяснили уже. И что-то пытаешься как-то. Ну, в общем, ладно, забить. Санта-Барбару я не буду устраивать. Ну, спроси, все, мы закончили. Спросили, типа... До свидания. Жестко. Угу. На прошлом КД сходили и сейчас столько боссов прошли и потом только стали писать. Классно вообще, да. Угу. На 5 боссов. И сколько мы убили? Даже на 3. 4. Да, палов наоборот нормально. Да не, ладно, если бы ребята себя что-то представляли. Да, ну, ни у кого нет ни чантов, ни острова, ни шеи, ничего. Да я на это и не смотрел. Ну, типа, надо было тактики. Давайте, говорю, сходим сегодня-завтра. Ты сам заранее виноват в том, что ты не сказал тебе, ребята, идем так, вот на таких условиях. Я-то собирал в поиск спутников, писал. У меня персонаж. То есть ты еле не собирал, не сидел в Дискорде, не звал нас, да? Я спросил, кто пойдет. И в прошлый раз. Такого не было. Ты в календаре не ставил, меня, да, и так далее. У меня вот где у меня. То есть ты не собирал гильдийский рейд, не ставил его в календаре и так далее, ставил, да? Ставил, да. Ну так о чем-то ты сейчас людям пытаешься втереть, что ты типа собирал пуга рейд, и мы так пытались. Ну так смотри, вот я включил стрим, у меня макрос канал 6, который поиск спутников, вот это. Я в поиске спутников могу написать, что, блядь, что угодно, но ты поставил в гильдии, здесь в основном сидит гильдия, и ты собирал гильдийский рейд. Зачем ты сейчас людям пытаешься сказать, что ты якобы это пуга рейд? Все, закончили разговор, как бы. Я не знаю, как так, ну, я писал же в чат. Действительно. Люди писанули. И прошлое КД также. Я писал это объявление, что там анрол, что ролится. Я не знаю, почему так. Денис, надо было тебя собирать. Ну, если будете собирать, я пойду. Ну а так я не знаю, что как можно было не увидеть, я же писал. Повесился КД, найс. Ну не ты один повесил. Че, все, ура? Ну да, че тут сидеть? Не можешь прям согласиться с Калагарной. Ты че? Да не, 20 человек. 2 часа искать.